Добрый вечер, дорогие мои зрители. Вот я внутри отеля Кастель-Брандо, который построен был еще 2000 лет назад, какая-то сторона. И какая-то сторона была построена 700 лет назад. Здесь открыли отель. И сейчас я спущусь, так как я уже сделала на другом телефоне видео. Привет всем! Мы еле успели приехать. Оказалось, очень далеко на улице закат. Только 5 часов вечера. Мы находимся очень высоко над городом. Витория Венето. Вот он, Кастел Брандо. Вы представляете, они все выпускают все подряд. Вот такой вот план замка. На ресепшене мужчина, который работает, позволил мне снять холл. И внизу есть музей. Это был еще какой-то монастырь. Я где-то 16 лет назад здесь была. Спа, оказывается, в спа сейчас закрыто. Спа сейчас закрыто. Привет всем, я уставшая. 6:30 сегодня проснулась. У них даже какие-то собственные ликеры есть. Я делала. Я помню, я здесь делала массаж теплыми камнями. Вот такой вот спа есть. И мне делали в келье. Вот так вот делают, где раньше монахи молились. Очень много всяких сувениров. Провинция ди Тревизо. А, потому что это находится в регионе Тревизо. Ну, как всегда, ведь очень много музыки со всех сторон. Но ничего страшного, я хотя бы вам показала настоящий замок. Настоящий замок. О-о-о. Это вот, наверное, был герб ихний.